Всем привет! Вы на канале Творческая мастерская Яны Черной. И сегодня мы с вами сделаем вот такой замечательный цветочек. Очень похож на снежиночку. На заколке. Размер такого цветочка вместе с кружевом 9 сантиметров. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Для работы нам понадобится 10 отрезков фоамирана размером 3 на 3 сантиметра. Вырезаем в форме лепестка. Вот что должно получиться. И теперь складываем пополам. И врезаем в середину. Вот так. Можно еще подрезать немножко. Теперь будем делать зубчики, как у листика. С одной и с другой стороны по 3 штуки. Вот получаем такой лепесток. Собираем наш цветок на фетровую основу размером 2 сантиметра. В нашем цветочке будет 2 ряда, в каждом ряду по 5 лепестков. Теперь нам понадобится вот такое кружево шириной 4 сантиметра, длина 45 сантиметров, и собираем его на нитку. Готово. И теперь сшиваем оба края вместе.
оставляем расстояние по размеру нашего фетрового кружка. Собираем наш цветок. Клей наносим на фетр и приклеиваем наше кружево. Вот так. И вовнутрь приклеим белый помпон размером 1 сантиметр. Вот так. И теперь оформим нашу заколочку. Заколочка у меня длиной 5,5 сантиметра, и я буду ее обклеивать ленточкой шириной 1 сантиметр. Далее нам понадобится фетровая основа 4 сантиметра в диаметре. Приклеиваем заколочки. Здесь оставляем небольшое расстояние. И тогда приклеиваем все к нашему цветочку. И все готово. А еще, вот как вариант, я сделала такой осенний цветочек. Добавила листиков и калины. И вот здесь у меня цветочек из остатков, те, что мы вырезали, вот эти лепесточки. А еще мы с вами сейчас сделаем вот такую интересную повязочку. Здесь цветок у нас из фетра. Размер такого бантика 12 сантиметров. Для начала сделаем бантик. Нам понадобится ленточка шириной 4 сантиметра и длиной 24 сантиметра, 2 отрезка, и кружево дорожка шириной 4,5 сантиметра и длиной тоже 24 сантиметра. Соединяем кружево и ленту вместе.
соединяем оба края ленты вместе. И делаем бантик. Прошиваем. Теперь бантик стягиваем, но не очень сильно. Закрепляю лентой шириной 1 сантиметр. Такой у нас получается бантик. Для самой повязочки нам понадобится такая эластичная бейка шириной 1,5 сантиметра и длиной 45 сантиметров. Склеиваем оба края между собой. Приклеиваем бантик. И делаем еще один оборот ленточкой шириной 1 сантиметр. Готово. И теперь будем приклеивать наш цветок. Цветок у меня из фетра. Здесь кружева я не давала, потому что у нас идет 3 ряда, то есть в одном цветке 15 лепестков. Приклеиваем цветок на наш бантик. И все, наше украшение на повязочку для маленьких девочек готово. У меня на сегодня все. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, ведь впереди еще много интересного. Всем пока!